Продолжение кактусов. Просто вылазят из-под камня такие бочонки с колючками. И вот они и есть кактусы. И сразу вот заметно тех, кто здесь часто не бывает, ну, например, меня там или других людей из наших мест, все подходят и все долго-долго смотрят на вот эти все диковинные кактусы. Просто почему-то притягивают, вот, чтобы постоять, посмотреть. Ну, где вы увидите вот такой вот, например, кактус? И ящерочка там, нырь в дырочку. Вот. И вот тебе, как не задержаться, не посмотреть. Вот. И главное, что на этих высоких кактусах и толстых, больших, нету никаких бумажек, не прилипли они. А вот когда в африканских странах находишься, и еще где-то в городе, то вот на таких кактусах просто все они утыканы разными бумажными отходами. Вот, а здесь все чистенько убрано. Вообще прелесть просто. Можно прокомментировать? Да, хочешь?